Воспитанницы школы баскетбольного клуба «Енисей», подопечные тренера Юлии Поповой приняли участие в одной из акций клуба, приуроченных 26 июня, Международному дню борьбы с употреблением наркотиков. Юные спортсменки 2004-2006 годов рождения подготовили целый ряд ярких плакатов, с помощью которых высказали свою позицию. Свои работы баскетболистки продемонстрировали на всеобщее обозрение на острове Татышев. Мы за спорт!